А, я вам расскажу супер история. Вы знаете, что Иран — это страна стереотипов. Все думают, что Иран — это мусульмане, радикальные исламисты, которые никогда в жизни не пьют, которые только и делают, что молятся, и у которых жизнь проходит скучно, вечно в каких-то демонстрациях, они закидывают камнями посольство постоянно, в зависимости там от того, какое посольство на них наехало в очередной раз. Многие страны цивилизованные вообще не имеют там своих посольств. Вот, в общем, все думают, что Иран — это такая скучная, унылая страна. На самом деле, в первый же день по приезду все стереотипы об этой стране были сломаны. Когда я приехал в гости к семье, в которую прилетел, и мне прям сразу же в первый вечер старший брат спокойно говорит: «Ну, ты же пьешь?» Я говорю: «Ну, вообще-то да, ну мы же в Иране же не пьют». Он говорит: «А, это стереотип, пойдем». И налил мне очень замечательный клюквенный настойчик, который я помню до сих пор. Поэтому обязательно в следующий раз, когда приеду в Иран, мы с ним обязательно выпьем еще раз. Вот.